Мамаева к кургану днем и ночью ходит мать. Вы, пожалуйста, скажите, где мне сына отыскать? И в ответ вздохнула Волга. Крепко спи, землегерой, не буди его напрасно, и ступай себе домой. Повернулась, распрямилась, непреклонна и горда. Не гони меня отсюда, не уйду я никогда. Стану камнем на кургане, подыму священный меч и останусь возле сына, чтоб покой его сберечь. И стоит она над Волгой, и ликуя, и скорбя, и все матери погибших видят в ней самих себя.